Привет, с вами Тимофей. Давно не было видео. Сегодня мы будем играть в эту игру. Не знаю, что там будет. Я давно туда не заходил. В РБ тоже. РБ я скачал только вчера. Сейчас зайдем. Как будет все. Я надеюсь, что там ничего не будет. Никаких ракетов, никаких сирен. Я надеюсь на это. И что? Я перед записью сюда зашел, и как мы видим, здесь сирена. Офигеть, тут сирены орут. Тут сирена орет, говорят, что, смотрите, даже троллейбусы сегодня не вышли на линию. Вышли на линии, но... Не знаю, что тут творится. Тут вообще дрожжи. И хаос. Давай, кажется, не будет. Давай, кажется, не будет. Собственно, госномера. Новогодние автобусы тут спавните, если они никому нафиг не нужны. О чем мы тут шепчем? Говорят, что здесь прилетит какой-то метеорит или произойдет какая-то радиация в автобусах. Когда мы подъезжали, однажды я перед записью, перед видео, то есть я с каким-то челом на автобусе Маколбас. Он на Нефазе ехал, я на Баколбасе. Ну, вот таком, если что. Я не знаю, на каком. Он не был новогодним. Он был какой-то зеленый. Да, вот таким. А я типик, да. Блин, чё он продаёт? Сейчас к автовагону. Когда я пойду к шахте, чёрт, автобусы. Там мне какой-то чё говорит, что какой-то радиация будет в автобусе. Я именно не знаю, что это. И, в общем, открыли автобус. И... и мы вышли из автобуса с этим челом, и у нас автобусы исчезли. Короче, эта сирена будет происходить каждый день. Всего один день и все, но я так уверен. Я мог быть и не уверен. Тут играет всего... О, первый троллейбус. Вот когда я перед записью сюда заходил, я был в троллейбусном парке, и там не работал ни один троллейбус. Даже в трамвайном парке никто не работает. Да ну нафиг. Да у нас троллейбусы работать не будут, тогда у нас только автобусы будут работать. Открывай. Откуда пойдем на полку, например, или шахту? Офигеть, я такую толпу первый раз вижу. Что творится? А что все автобусы стали типа расставлять? И парус отправляется. Говорят. Тут говорят, что тут какая-то эвакуация. Говорят, что тут эвакуация, автовокзал. А почему никто не эвакуирует? Ебана, первая бригада! И второй.
что ли? А почему у меня двери автоматически закрылись? Я такой пояс. Погодите, какой? Я какой-то так себе. Где менты? Какие нафиг менты? Вот меня. А чёрт, орёшь жёстко-то. Извини за мат, который я сейчас сказал, но я ненавижу, когда сирены так громко говорят, я ору. Нас выводили где-то 6 или 8 марта, а там сирена. Говорили о помещении. И там были какие-то помехи с телевидением. Идиаться долго говорить. Даже смотрите, мы добавили новые светофоры, но они во время идиации все равно не работают. Я пойду дальше посмотрю. Хочу, когда сюда не приеду в шапку. Может, ничего. Тут добавили новый какой-то переход. Остановку исправили на новую. Еще поеду на рынок. Мне нужно проверить, что тут изменилось, пока меня не было. Давно я пожарную часть-то не видел. Спасите, помогите, куда ехать-то? Тут вокруг нафиг деревья. И как я вам нафиг выйду отсюда? Ну-ка, давай. Я поймал себе первый дверь. Либо говорят на русском или на английском. Я ничего не понимаю. Чё тут, боже мой, творится? Боже мой, чё тут творится? Боже мой, чё тут творится? А чё с тралликами? Они стоят. Они не могут выехать на линию из-за какой-то радиации. Или из-за сирены какой-то. Ладно, поеду в кушу. Я поймал себе первый стол. Прекрасно. Первые две елки поймал и первый стол поймал. Офигенно. Да вы серьезно, вы что, башню еще снесли? Они как будто идут. Может, мы еще спишем? Ты должен приехать, а я хотя бы
ехать туда, если уже поздно ехать туда. Да какого лешего я поехал? Да я сейчас... Идите меня сейчас. Зовёт, например, меня сейчас... Ну-ка. Помогите, я застрял! Офигеть, я застрял. А что мне делать? Меня сейчас зовёт, рванёт в театр какой-то. Что делать? Я сейчас уберу автобус и пойду на автовокзал и еще один автобус спавнить. Ехать до этого грёбаного пушёного. Хотя уже все равно пофиг. Кстати, я с каналом Транспортом 33 хотел добавиться. Он меня что-то почему-то заявку не принял. Я его ждал заявки, а заявка так и не пришла на вступление. Вот и поэтому. Так, расписание моего дня выбора. Сколько я? Один не фа стоит. Днем с 13 до 16 или до 15. Вечером 17:00 по 20:00. А ночью с 22 часов ночи. Ложусь я спать где-то ближе к 12. Ложусь я ближе к 12 часам ночи. И куда вы спрячете? Исчезает. Пока. Водительская, покажите. Все, поехали. Внимание. Автобус по номеру 15. По маршруту автовокзал электрический. Да вы что творите? Нет! Ты где его взял? Электродепо. Мне в АПТ. Я из города уехал. Какой, а где этот загородный? Поехали в другой город. Спасибо, конечно. Это опасно. Это платформа последняя. Останка, да, дорожный кооператив. Уедь, пожалуйста, ты мне мешаешь. Ты где? Не спрашивайте, почему у меня нет окружающих сообщений. Thank you.
золотой дождик. Скажите мне точно, уезжать мне или нет? Ничего не написал. Какой нафиг? Какой друг? Какой? Без маршрутника, все тут с маршрутниками, а я только единственный. Ну ты где? Кто ты тут пищит? Сам хуй. А зачем такими большими буквами ты пищит? Валидатор. Вот нам такие бы валидаторы. Круто было бы. А я сначала не знал, что это за прибор, а потом я уже вспомнил, как я катался на автобусах с валидаторами. Когда был АДМ, город Владимир, компания ОАДМ. Раньше были валидаторы в этой компании, теперь АДМа нет, опыта нету. Почему-то здесь уже Опель вообще далеко. Нам что, в Опельке ехать? Канал Транспорт 33. Если ты зайдешь на этот север, ну это игра Суховецкий 01. Дам тебе совет, если ты сюда зайдешь, то канал Транспорт 33 еще. Кстати, с кого-то не слышно. Просто еще раз скажу. Транспорт. Опять забыл. Селены. Какой проезд? В общем, канал 33, если вы сюда зайдете. Если ты сюда зайдешь, лучше не заходи сюда. Потому что здесь громкие сирены. И тут некоторые челы говорят, чтобы ты куда-то уезжал. Например, либо вообще уезжал из города. Значит, нафиг. Я валю нафиг из города. Тут трэш вообще творится. Сейчас я напишу всем, что я нафиг. Это чаще было. Это какой-то я уже из города, что там было написано город. Я чуть не написал, что я уже из города Владимир. Остановка Творец. Thank you.
А я сейчас на рынок пустил. Я на рынок пустил. Нафига мне рынок? Сейчас я уеду с города, это далеко. Разгоняемся! Не знаю, буду я или дрифтить, или нет. Ну, погнали! Офигеть, я поймал. Я не знаю, сколько я не поймал. YouTube буду выкладывать. 14:00 это уже будет как бы в YouTube или чуть-чуть позже. Я этот ролик выпущу где-то в 17:00. Сейчас остановимся где-то. Просто тут ко мне пришли. Сейчас остановлю запись. Итак, ко мне мама пришла. Я не так быстро, у меня какой-то фильм или нет. У меня будет, короче, фильм «Эвакуация из города Сосновец». А фильм «Эвакуация» так. «Эвакуация из города Сосновец». Когда вы наберете 5 лайков, вторая часть или более. На этом все, всем пока и до скорых встреч.